Мантия, шарф чернильницы и шапка конфедератка уже ждут своего владельца, профессора Монгольского национального университета Ренцена Энгбата. Этот ученый, известный специалист в области арифметической оптимизации, лауреат премии президента Монголии и член математического общества в США. Также он является автором более 100 научных работ. Вся его научная судьба и, наверное, вся его карьера, все его будущее было заложено во время обучения в Иркутском государственном университете и последующего обучения в аспирантуре Иркутского государственного университета, где он вот попал в школу достаточно сильную математической оптимизации. Звание «Почетный профессор университета» учреждено в 1993 году. Его присваивают руководителям органов власти, способствующим развитию учебного учреждения, а также крупным научным и политическим деятелям, ведущим научные работы. И вот настал торжественный момент для монгольского профессора. В знак благодарности Ренцен Энгбат вручил ректору своей «Альма-Матер» сувенир из Монголии и учебник по математической оптимизации, который написал совместно с профессором одного из американских вузов. Вы все знаете, это Монголия, это страна Чингисхана. Монгольский ученый окончил университет в 1980 году по специальности прикладная математика. Затем 3 года работал аспирантом на кафедре методов оптимизации, а спустя еще 7 лет успешно защитил первую диссертацию. Учился я очень усердно, очень целеустремленно. Ну, об этом и свидетельствует. По окончании университета я опубликовал научную статью. Это моя дипломная работа была признана лучшей дипломных работ среди то время. То есть, так что я очень горжусь. Это был мой первый научный труд. Ренцен Энгбат читает лекции на 5 континентах мира в более чем 30 странах, в их числе Япония, Германия, Франция, Китай. Теперь уже почетный профессор имеет полное право присутствовать на научных заседаниях Иркутского госуниверситета. Антонина Махнева, Любовь Фефилова, Александр Барановский. Новости сейчас.